меня вопрос к газете «Керчь рабочий». Почему на страницах вашей газеты так мало критических материалов? И практически нет статей, которые расходятся с мнением власть имущих. Вы являетесь городской газетой? Вы газета независимая? Спасибо. Ну, нет, мы не независимая газета, мы, как бы, не, можно сказать, независимые журналисты, но газета мы зависимая от исполком, потому что нас финансирует горисполком. И, ну, я не могу, конечно, прям соврать и сказать, что нам позволяют все писать, но, в принципе, все темы открыты для нас. Здесь немножко сейчас существует другая проблема, просто настолько все боятся... Ну, вот даже руководящие работники как бы боятся говорить правду или своим сказать правду, поэтому очень сложно выйти с ними на контакт, очень часто отказываются как-то, поэтому критические материалы мы стараемся печатать. Мне просто, честно говоря, вот еще кто-то мальчик вот задавал первый вопрос. Вот что, нет подборок молодежных. Ну, мне просто это в очередной раз, вы меня извините, конечно, доказывает, что вы просто не читаете газеты. Ну, по крайней мере, вот, да, я понимаю, критических мало, но они есть все равно. Вот, если я, допустим, у девочки сейчас спрошу, какую последнюю критическую статью она прочитала, я думаю, она мне тоже не ответит. И вот молодой человек тоже вряд ли, наверное, читал хотя бы одну подборку Юнес Керчи, хотя она недавно выходила. Да, задать вопрос может каждый, но... Хотя бы почитайте, посмотрите. Мы, например, в интернете читаем «Керченские рабочие», вам советуют так делать. Ну, ПНО вы знаете. Ну, мы знаем, да, в интернете есть. О том, что делаете.